Хей, окей, с вами Шимики, и мы продолжаем брать эти руки, называем Evolent 2. Да, это пипец, сколько заняло мне место игруля. Если вы хотите узнать, я вам сейчас даже скажу. Ну, предыдущая серия, если вы, конечно, поняли. И весит 62 гига. Понимаете? Хотя 55-минутная заняла 55. Лоу. Окей. Ну, рендерится это будет все равно вечность. Ладно, давайте, короче, головоломку. На чем мы там остановились? А головоломка у нас. Да-да, я студентик. Оптические настройки, да? Короче, я посмотрел, как это вот эта вот херня делается. А здесь, короче, что нам нужно? В принципе, мы почти все правильно с вами делали. Но, не совсем, так сказать. Но не совсем. Вот это вот. Так идет, хорошо, и вот так. Это весь ответ. Оказывается, вот это вот ответ, понимаете? Так, о, ты смог решить. Ну, тогда ты получаешь зачет по классу оптики. Привет, мои друзья. Мне будет приятно объяснять вам классическое рисование. Урок надо? Да. Спасибо. Давайте, ребят, всем спасибо, да? Мои друзья. Классическая картина. Классическая картина. Для завершения картины двигайте цвета, чтобы в одной линии или столбце не было одинаковых цветов. Цвета отмечены то... Так, точкой нельзя. А, сдвинуть нельзя. Ну, это на самом деле очень просто. А, такие игры всегда делаются, и мне всегда нравились, потому что они очень простые. Они делаются за счет... А, нет. Синяя мне упорла. Ну, короче, знаете, вот так просто бочком их ставить и все. А вот это уже плохо. Это уже максимально плохо. Подождите. Красный точно так. У меня только два таких, а значит сюда. Так, так, так. А, синенький. Подожди. Сюда тоже будет падать. Так, стоп, давайте по новой. Сюда не поставить. Красный точно так. Желтый точно так. Зеленый точно сюда. Так, давайте... Ну так тогда оставить. Пум, 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 пум. Не хватает желтого. Зеленого, то есть. Да. Пум, пум, пум. Пум, пум, пум. Пум, пум, пум. Пум, пум, пум. Синий надо убрать. Пум, пум, пум. Пум, пум, пум. Готово. Изи. Брависсимо! Вы, да, заслужили, да, зачет, да, классическому рисованию. А все? Так, дальше. Девчулька.
Здравствуйте, я новый шифровальщик совета торговцев. Они просили меня разобрать новую систему шифрования для надежности торговли. Я наконец-то разобрала систему, которую невозможно взломать. Хочешь ее использовать? Испытать? Ну давай испытаем. Потрясающе. Если тебе удастся обойти мою систему, я дам тебе зачет по шифрованию. Шифр. Какой из 4 символов? Завершать серию символов внизу. Завершает. В плане. Серию символов. Типа наложением? Вы имеете в виду это? Или что? Или с помощью наложения мы убираем лишнее? Какой из 4 символов завершает серию символов? Так, ну точно верхний квадратик, то есть это уже отпадает. Типа наложением, да? Все квадраты убираются. Полностью квадраты убираются. Это типа центр, да, квадрата? Имеется в виду. Ну, сука, давайте, я не знаю, рандомно нажмем. Что? Ты ее разодал? Теперь придется начинать все с нуля. Оставь меня. Ах да, вот твой зачет. Окей. Так, нижняя касалась только ты. Такая коллекция может быть идеально сопровождена нашим произошедшим. Это мелкая штука из Эры Империи. В любом случае, мне все это забрать. Давай, поехали. Навязчивость. Навязчивость. Одна из книг в библиотеке находится не на месте. Вы можете сказать, какая именно? В плане. Как это понять? Вот, знаете, просто думаю, ну, навязчивость. Я сначала думал, навязчивость по возрастанию букв и падению их. Нет. Потом я подумал, может быть, по цветовой системе. Но нет. По цветовой, как вы видите, тоже. Ну, типа, N. Ну, какой-то цвет, я хер знает, ладно. Забейте. Давайте, ладно, смотреть по квадратикам. Тут квадратик маленький. Тут квадратик маленький. Отсекаются. Здесь квадратики серые. Боже, давайте лучше с больших начнем, то я буду так по возрастанию смотреть. Это большой. Это большой. Это небольшой. Возможно, одна из них. Ну, хотя тут тоже есть книга толстая, но нету взаимосвязанных. По цвету, но тоже типа по цвету проблематично. Если ж смотреть по... Ты не знаю. Может, серьезно по цвету? Ну, какой? Оранжевый у нас отсутствует. Розовый у нас отсутствует. А вот этот зеленый, ярко-зеленый, голубого такого нету.
Ну, типа... Давайте по очереди просто жать, да и всю снизу начнем. Если что, объясните мне там в комментах, как она решается, вот потому что я вообще не выкурю. Я понимаю, что там много будет, но типа долго, но если вдруг что... Будете смотреть, вот что. Угу. Давай, следующий. Серьезно, а почему? Ну конечно. Корешок книги имеет две горизонтальные полоски сверху и снизу. И что? Она должна быть на втором, на второй полке. А, в этом плане? И как я сам этого не заметил? Спасибо за помощь, ты получаешь зачет по изучению архивов. О, ну и ну, у нас три таких книги. Ой, держи, у нас все равно нет места. Вы получили 50 алкогольных игр. Подобную книгу не всем стоит читать. Ну, в принципе, это, наверное, самое сложное, что я могу сказать. У нас прошло 11 минут, ну, уже 10, считайте. Ну, 12. Нет, ладно, вы поняли. Так, как проходит ваше обучение? Ну, поздравляю. Вы закончили все курсы. Вы заслуживаете дополнительную награду. Вот, держите. Вы коллекционную звезду? А на тех долго не видел. Хорошо, теперь перейдем к обучению. Что вы хотели узнать? Маджи. Маджи — это народ или, скорее, цивилизация, находящаяся на пике развития более 2500 лет назад, когда мир в основном был под водой. Согласно легендам, они обладали магической силами несравнимыми ни с чем в истории. Некоторые даже утверждали, что они могли управлять самим временем, но это, скорее всего, преувеличение, объявляющееся современниками в отношении странного феномена после произошедшего. Несмотря на то, что маджи превосходят все остальные народы, они полностью исчезли 2000 лет назад. После них остались лишь руины и множество неразгаданных тайн. Что вы хотели узнать? Маджилиты. То, что обычно называют маджилитом, на самом деле самые известные реликвии цивилизации маджи. Несмотря на редкость, они равномерно распределены на различных континентах. Точно неизвестно, какой цели они служат, расширенных писаний говорят о дороге или пути, но куда они ведут. Кстати говоря, именно при поиске маджилитов мой бывший профессор, также великий эксперт маджи, встретил свой конец. На самом деле это довольно грустная история. Так. Исчезновение маджи. Это несомненно величайшая загадка всех времен. Почему цивилизация настолько могучая, как маджи, исчезла с поверхности Земли 2000 лет назад? И безо всяких следов, ну, практически без них. Даже спустя годы исследований я должен признать, что не имею ни малейшего понятия. А, и все. Как-то оно такое. Ваш профессор. Мой бывший профессор был ведущим экспертом по маджи. Вся ее жизнь была посвящена выяснению причины их исчезновения. Я понимаю, что ее особенно интересовали маджилиты. Она считала, что камни содержат энергию, которая при использовании позволит ей лучше узнать про маджи. Она обнаружила маджилит, который хотела активировать при помощи камня времени. К сожалению, ее захватили пираты, жившие на острове в то время. Никто больше никогда ее не видел. Это произошло на острове Маджи, который люди теперь называют проклятый остров. Опа-на. Сэнкс. Подожди, подожди, да, там еще есть камень времени. Камень времени сам по себе легенда. Он как-то связан с маджилитами, но я знаю еще кое-что. Этот камень намного древнее Маджи. Так что никто даже не помнит, когда или зачем они были созданы. Я даже не уверен, что он вообще существует. Единственной зацепкой мне удалось найти в архивах королевы семьи Демони, которое мне повело посетить. Камень времени, судя по всему, больше
круглый камень, не черный, с выгравированным в центре оком. Что интересно, около похоже на то, что использует пророк. По-моему, это жуткое совпадение, но меня мало волнует внешний мир. Остров Маджа. Остров Маджа расположен далеко на востоке. Туда можно попасть только на лодке из порта Сиры. Он получил название благодаря расположению на нем руинам. Там его основывали пираты, но позже они таинственным образом исчезли. Какой бы ни было причины, рыбаки по-прежнему отказываются. Они считают, что остров проклят, поэтому его прозвали проклятым островом. Прям история о призраках, если они вообще существуют. Чтобы попасть на остров Маджи, вам понадобится лодка. Учтите, что только член совета торговцев сможет оговорить вам разрешить на проезд. Ну, все тогда. Тогда у нас остается, ребята, три вещи, которые мы можем сделать. А, ну давайте изначально мы зайдем книгу, дадим девчатам. Пускай они водяру пьют. Потом второй моментик, мы попытаемся вернуть ключ, если можно будет. Скорее всего, нам звездочку дадут за это. Ну, сейчас посмотрим все дело. О, ты принес нам книгу? Посмотрим. 50 алкогольных игр. Ты отдаешь это невинным девочкам? Хотя, возможно, она пригодится, когда мы повзрослеем. По сути, ты выполнил свое обещание. Поэтому вот, держи, это тебе. Звезда. Знаю, что так подумал. Так, звезду мы получили. Сейчас мы отправляемся... Монатия, но видите, как загрузка идет? И он хер знает, куда летит. Педрунеры, запоминайте, что момент бега ускоряется. Так, у меня 5000 нету, но я могу вернуть ключ мужику от библиотеки. Так, он был здесь. А, эта дверь заперта. Вот. Я никак не могу найти... Видео без интервокса. Ну, а значит, ему ключ не нужен. А, значит, ключ у нас откидывается. У нас остается две вещи. Это первое. Мы не пойдем в порт сейчас, это. Мы идем в холм ветров, чтобы стать настоящим магом. А потом мы на лодке отправимся на проклятый остров. Вот это даун, который справа походу. И сильно ты изменился. Могила есть. Тот, кто желает парить, как ветер. Неизвестный изобретатель. 943-1012. Походу, там что-то есть. Я знаю тебя, давно не виделись. И что ты тут делаешь? Мы называем это место Ветряная долина. Но, вероятно, хранителя не видели здесь веками. Один парень как-то пытался снова запустить ветер, но умер при этом. В любом случае, как ты знаешь, все это не важно. Как ты знаешь, как ты понимаешь, как ты... Здорово. Доступ к горе Альфа разрешен только для учеников, прошедших обучение новичкам. Все. Послушаем к пророку. Если ты не прошел, то ты не пройдешь. О, ты тот новый новичок. Мне сказали, ты не придешь для завершения обучения. А что ты придешь? Ну все, ладно. Будь осторожен, пойдем на гору Альфа, весьма опасный. Но ведь все-таки не нужны слабые послушники. Лишь лучшие из нас заслужат место в мире после уничтожения. На вершине горы Альфа ты найдешь древний храм, посвященный великому разрушителю. Там еще есть старая проржавевшая штукенция в углу. Похоже на какую-то крылатую машину. Опа, странно, да? Интересно, для чего она? Опа, походу она мне как раз и пригодится. Да ладно.
Да ладно. А, точно, я аж могу пуляться. Так, давайте сразу изучать местность. Ау. Так, здесь мне надо здоровяк. Доки. Ну, там что-то тоже рушимое. Да, рушимое. Так, а с той стороны у нас ничего, но я вижу сундук. А ну-ка, будет тут отсылка какая-то там? На, тот же... Что? Знаете, оно подвисает. Знаете, оно серьезно подвисает. Сейчас будем монетки наши обратно собирать. Короче, я понял одно, что камни падают. И, скорее всего, из-за того, что камень упал и как-то меня зацепил, я проиграл. Прыгает он довольно высоко. Звездочка. А, не, зеленая жижа. О, как она в 3D вылепилась. Хотел сказать. Ай-яй-яй. О, за них опыт дают. А, и так и за летучих мышей дают опыт. Так, опыт это хорошо, это левел ап. Ай, может я шипы задел тогда? Вариант. Ну видите, здесь из-за того, что здесь теперь стало 3D, оно более как-то подвисает, что ли. Как мне это бесит? Почему я не могу прыгать во время заряженного меча? Бы что за тупизм? Что за идиотизм с прыжками? Да. Чисто пиздец. Левел ап. Ну, плюс урон. Но мне все равно защита не помогает. А, стоп. Стоп, 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 стоп. А, где-то все. Все где-то. Ну, очень хорошо все. Капец. Он задел, когда даже был, но активен.
Я понял, почему тут сейф. Теперь я понял. Когда ты понимаешь, что теперь тут странный платформер. Ну как, он не странный, но жесткий именно в плане неудобности. О, да, камни вот так упали, меня задели. ГГ. Как мне сдохнуть? Тупые баги. Просто тупые баги. Динозавры. А, плюс звездочка, да? А нет, вы получили ман. Природная жизненная сила. Неплохо. Так, давай, призрачный камень, появляйся. А, я думал, тут невидимая стена. Я такой уже, ого, я тайник нашел. Оказывается, нифига. Подожди. Все равно монетку за... Опыт. Опыт. Даже не монетку, а опыт. Я пошел через боевой, да, так сказать? Проволок. Нифига себе. Я по дороге еще угадал. Звезда. 1 из 30. 9 из 30. Сказал 1 из 30. Ну, здесь просто нужно будет бежать. Пока. Ау. Если бы он ваншотил, было бы опасно. Да, так. Так, опасности никакой. И сейвов довольно много. О, Лара Крофт? Здорово. Лара Лофт. Ну да. А ты тоже археолог? С самого раннего детства я мечтала раскопать один секрет Маджа. Он называется Аномалия. Если я когда-нибудь найду аномалию, то стану всемирно известной. Но так как я не знаю, как она выглядит, пока я могу лишь искать. Так, мне сейчас типа нужно... Ага. 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 Манать. Вот это тяжко. Здесь нужно, короче, поняли, запоминать, что появляется. Ну, типа, есть тут остаточное время, чтобы, типа, запомнить, но все же. Ох, это сложно. Ой, да ладно. Thank you.
меня зависло. Что с FPS-ом? Игра, алло. Я не с помощью бандикам снимаю, а с помощью ОБС. С помощью ОБС вообще не должно быть никаких фризов. Просто забейте. Мне уже жопа горит от этого места. Да ёлки-палки, почему оно там так лагает? Иди в жопу. Сократить, да, никак нельзя. Пошиво. Ладно, давайте успокаиваемся и все сделаем красиво. Ладно, запомнил. Тупое место? А, я понял, почему. Нихера себе. Ау. Да уж. Сложно обосраться. Сложно, что я ж не могу. Не, ну сейчас, когда будут исчезать, это будет пиздец. Ладно, нормально. Так, хорошо, сейф. Камень смерти. Ладно, заряжаем атаку. Так, у нас еще был вариант сюда, да, пойти? Ладно, я же сохранился. А я сохранился. Не страшно, надо просто было сюда прыгнуть и забрать красная шиша. Но это у нас хил, если я не забываюсь. Ой-ой. Жишка, это у нас хил. Зеленые. И вот с этим мы тоже не разобрались еще. А хотя правильно, подождите, у меня аж еще третий должен быть чел где-то. Ну. Вот, это оно. Не говори мне, что... Я не думаю, что это такая уж хорошая идея. Впервые я всецело согласен с тем, что говорит мисс Финна. Это устройство выглядит опасно. Должен быть другой способ попасть в пирамиду. Да, другой способ. Конечно. Именно его мы и найдем. Я
Должен признать, я не знаю другой способ. О нет! Менос, помоги мне, я очень не хочу лететь. Ну, уже точно не надо этой машине. Ну, точно не на этой машине. Я, конечно, могу попробовать, но только чтобы порадовать тебя, Шимки. Неужто мы полетели? Неужто я сейчас... Подожди. Нет. А что будет дальше, вы увидите в следующей серии, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. И всем пока.